третьей части опыта по доизмельчению портландцемента марки 400 мы испытывали исходные и доизмельченные образцы на изгиб и сжатие после полного набора их прочности по истечению 28 дней с момента изготовления. Для испытания на изгиб нами были взяты 4 образца. Балочки размером 40 на 40 на 160 мм. Две балочки были изготовлены из доизмельченного нами цемента и две из исходного материала. Испытания на изгиб проводились на испытательной машине MEE-100. По результатам испытаний балочки, изготовленные из исходного материала, на излом показали 47,52 кг сил на сантиметр квадратный, а образцы, изготовленные из доизмельченного цемента, 61,63 кг сил на сантиметр квадратный соответственно. После испытания балочек на изгиб, полученные после их разлома части, мы испытывали на сжатие. Для испытаний на сжатие нами был использован пресс PG-100, а для передачи усилия с плиты пресса на образец – пластины с площадью контакта 25 см квадратных. Показания на шкале нагрузки пресса мы интерполировали при помощи переводной таблицы и получили следующие результаты. Для балочек, изготовленных из исходного материала, минимальная нагрузка перед разрушением образца составила 1938 кг сил, а максимальная – 5400 кг сил. Для балочек, изготовленных из доизмельченного цемента, минимальная нагрузка перед разрушением образца составила 9246 кг сил, а максимальная нагрузка составила 10592 кг сил. В пересчете на единицу площади приведенного сечения пластины, которые мы использовали для передачи усилия с плиты пресса на образец, мы получили среднее значение максимальной нагрузки. Для балочек из исходного цемента нагрузка составила 148 кг сил на сантиметр квадратный. Для балочек из доизмельченного цемента 435 кг сил на сантиметр квадратный. Анализируя результаты испытаний, можно сделать вывод: взятый нами за основу цемент марки 400 был некачественным, слежавшимся, поэтому не набрал необходимую для его марки прочность. Доизмельчив слежавшийся цемент на аппарате АВС-150, мы восстановили и улучшили его прочностные характеристики.